В Варшаве пьяные украинцы избили двух поляков. Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы. В Варшаве задержали 5 украинцев, которые в состоянии алкогольного опьянения избили 2 поляков. Об этом в четверг, 11 января, сообщает польское радио. Инцидент произошел ночью, 9 января. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Нападавшие пытались убежать, но их задержали полицейские. Сначала украинцы все отрицали, озвучивая разные версии инцидента. Протрезвев, злоумышленники признали себя виновными в содеянном. Им грозит до 3 лет лишения свободы. Напомним, в польском городе Ченстохово произошла массовая драка с участием украинцев, в результате которой были задержаны 11 человек. По материалам сайта news.com.